Здравствуйте, друзья Садового Экспресса! Хочу вам рассказать еще об одной хосте, которую недавно приобрела, о ее достоинствах, почему мой выбор пал именно на эту хосту. Называется эта хоста «Стинг». «Стинг» в переводе с английского можно перевести как «струна», «лучик солнца», «жало пчелы», из-за того, что на листа, по листа, вы можете увидеть такую четкую, яркую, белоснежную полосочку, которая как бы разрезает э, вот весь глянцевый темно-зеленый цвет вот своим светом. Отсюда вот эта хоста очень узнаваемая. Вообще сортов очень много и разобраться в них трудно, но вот именно стинг легко-легко узнаваемая хоста из-за вот этой струны, из-за этой полосочки белоснежной. И от нее отходит как бы мелким верхом э, кремовые тоже. Э, полосочки. Лист широкой яйцевидный, и еще он, он имеет определенную рифленность такую, как будто бы скульптор вырезал вот эти рельефы на листе. И еще этот лист темно-зеленый, но мы знаем, существует 50 оттенков зелени, а эта зелень именно вот лесная зелень, темная зелень, густая, как я люблю вам говорить. Это хоста очень собранные, как бы вот открывается, лепесточки открываются к солнцу чуть-чуть возообразность даже в листьях просматривается. Это хоста среднего размера. А средний размер самый популярный. Он очень удобен для садоводов, у которых небольшие участки. И мы хотим сделать какую-то клумбу, на которой разместить много красивых растений. И участка немного, земли немного, а растений сейчас уже очень много. И хоста это средняя. В высоту она, посмотрите, оригинаторы говорят, что 35 сантиметров. Это медиум. 35 сантиметров медиум, это значит, она в высоту не больше 35. А в ширину 45 сантиметров. Это тоже небольшой размер хосты. Вот эта необычность, яркость ее, привлекательность, она позволит вам украсить любую клумбу. И еще листочки у этой хосты очень плотные, жесткие. Они не поедаются слизнями. И, конечно же, чтобы эту хосту она, чтобы не потеряла свои краски, желательно посадить в полутень или ажурную тень. Вот из-за этих Качество из-за ее листа, из-за ее яркости, из-за ее размера, из-за ее покладистости, ибо хосты ⁇ это многолетние, морозостойкие растения. 20 лет она может на одном месте расти, и не надо будет с ней каждый год придумывать, куда пересадить, как пересадить, как сохранить. Главное от слизни сохранить. А лист жесткий, и если вы будете правильно ее поливать, утром, а не вечером под корешок под корень и можно подсыпать хвойным опадом любую хвою от елки от ели она будет украшать ваш сад всегда спасибо вам за то что вы зашли на канал садовый экспресс и до новых встреч